песня называется «Расскажи». О, дядька Мебель пролетел, я бы тоже полетал, да еще бы прыгнул в речку прямо оттуда. Ведь жара, ой-ой-ой, как жарко, я вспотел. Не знаю, вам нужна ли эта информация, но вот такая вот песня. Ну, дядька летает по небу, как об этом не сказать со сцены? Все, а теперь это просто песня. Расскажи мне о папе, коль один нам солнце круг. Мой враг, мой друг, километрами пути, теплым взглядом, чёрным клевом. Обо мне не расскажи, кем бы я не был, я буду здесь, пока не кончится рассказ. Плещется радость, лед закипает под голубым небом. Мы разные, но правда есть в каждом места. Так расскажи мне о том, кем бы я не был. Тихим хрипом между первыми криками обо мне не расскажи, дыши тайниками, глубинами и дырами. Обо мне не расскажи, серыми буквами, яркими красками. Обо мне не расскажи, миром придуманным, снятыми масками. Я буду здесь, пока не кончится рассказ. Плещется радость, гнев закипает под голубым небом. Мы разные, но правда есть в каждом из нас. Так расскажи мне о том, кем бы я не был. Кем бы ты не был. Погружусь в молчание, это с головой. Из него вырвется новый мир, новый бой. Еще один вдох, еще один крик. Быть может, расскажет о том, куда я иду и откуда возник. Я буду здесь, пока не кончится рассказ. Плещется радость, гнев закипает под голубым небом. Мы разные, но правда есть, я ж я не знаю. Так расскажи мне о том, кем бы я не был. Кем бы я не был. Кем бы я не был. Спасибо.